Добрый день, друзья! Хорошая новость, Владимир Стороженко. Смотрите, освоил на большом телевизоре функцию такую. Можно с YouTube-канала, у меня есть YouTube-канал Владимир Стороженко, 1900 видео. Там очень много полезной информации, но она записана в роликах, которые там и по 10 минут, и по часу, и по полчаса, да. Но там есть моменты. Но видите, люди же занятые, у каждого свое. И чтобы услышать эту интересную мысль, ценную для всех, да, полезную, да, за 27 лет, и вот я занимаюсь предпринимательством с компаниями по здоровью, по красоте, там, по финансам, да, действительно, там есть очень грамотные вещи, потому что я работаю с людьми успешными, у которых даже вознаграждение больше 1 000 000 рублей в месяц, да, но, ну, судя по просмотрам, не у всех есть терпение смотреть длинные ролики, да, и вот сейчас хорошая новость. Я пересматриваю эти ролики и выхватываю интересные, ценные, такие профессиональные, полезные вещи. И вот, допустим, смотрите, видео 03.07.2023 год. Тщательный покос травы. Я крайние 4 года пошел еще помимо предпринимательства, стал еще зарабатывать деньги физическим трудом, покосом больших территорий, да. А сетевой маркетинг я делаю лучше. И вот получается с 9 минуты 14 секунды я говорю хорошие вещи. Я и на телевидении на Уссурийском защищал честь компании сетевого маркетинга. Да, меня приглашали как эксперта. Как эксперта. Ну, я 27 лет в компаниях сетевого маркетинга. Я действительно соображаю в этом во всем. Да? Даже за 4 года я научился вот покос травы идеально косить под землю. Там вообще... идеально безопасный покос. Ну, вначале, конечно, были там и потери, и стекла на автомобилях. Не без этого разбивал там и стекла на первых этажах, и в людей попадал камнем из-под триммера. Но это все, все эти ошибки я за один сезон, да, испытал, да. А сейчас я все делаю идеальный покос, да, и приглашают меня с объектом Министерства обороны, работаю летней лагерь Суворовского училища и Суворовского училища. Я к чему? Вот я сейчас хочу включить отрезочек, да, тут получается, ну, около 5 минут осталось. 9 минут я пропустил, видите, 9 минут я пропустил. И вот я сейчас некоторые видео такие значимые кусочки перезапишу на свой YouTube-канал, ну, со своим вот сопровождением, да. Вот, рекомендую. Вот Стороженко Владимир, сегодня у меня выходной между покосами, между заказами покосов на траву, да, вот завтра, послезавтра будет хороший день, поеду на покос, а потом неделя дождей у нас в Уссурийске, в Приморском крае, и опять буду заниматься сетевым маркетингом. Кстати, хорошая новость, в компании BeFree, вот касса взаимопомощи, мне уже получать $450, да, вот как бы так, да, легкие деньги как бы тоже заслужил я, да, и физическим трудом, и вот компания lambre.ru, косметика, парфюмерия, 20 лет я посвятил этому, и крайние, там уже больше 7 лет, БАДы для компетентного иммунитета. Вот позавчера после дождей подорвался, ну, работал в мокрое, в дождь, в ливень, там, да, нагрузки были хорошие такие, достойные, подорвал спину. Пошло осложнение на уши. Я выпил 5 капсул трайфактора БАДы компании Full Life Research, и опять все хорошо, понимаете? Поэтому действительно нам даны знания, нам даны какие-то продукты, знания в этих продуктах, и мы можем умело это все применять, чтобы быть здоровым, счастливым, богатым, да? Вот рекомендую, послушайте, интересные вещи я говорю. Тут и опыт, я на телевидении выступал, защищал честь сетевого маркетинга. Послушайте, рекомендую. Понравится, звоните плюс 7-924-123-24-44 с WhatsApp, с Telegram. Пишите. Вот, как бы вот так. Но благодаря трансфер-фактору я в строю. Вот так, как бы положительный момент. Ну и там Ламбре. .ру, 20 лет, парфюмерия, косметика, касса взаимопомощи, BeFree, деньги на каждый день, на мечту. Ну, короче, звоните, если интересно. Богатейший опыт, 27 лет в сетевом маркетинге. Живу-поживаю, поживаю, добра наживаю.
Вот, и ошибки были, и долги были, и много чего были, и успех был, и на сцене был в Москве, в Академии наук России, перед 1200 человеками речь толкал от Дальнего Востока, компания «Ламбре» на 10 лет, и на телевидении защищал честь сетевого маркетинга. Была передача такая: «Бильярд. Бандитская забава или вид спорта?» И потом следом: «МЛМ. Это лохотрон или возможность заработать?» Вот я отстоял честь на телевидении, 11 вопросов по 1 минуте, песочные часы, это там активное электронное голосование. И я отстоял ответами на 11 вопросов, что сетевой маркетинг – это возможность зарабатывать. У кого-то это больше миллиона в месяц профессионально получается. Ну, это и вкладываться надо. И, конечно, круг знакомых надо, платежеспособный, с интеллектом. Знаете, что я хочу сказать? Меня вот осенило через 27 лет, какая идея. Это не то, что там я как бы мщу там или еще что-то. Нет. Реально, сетевой маркетинг – это высший пилотаж. Он просто, ну, не для всех. Честно, ребят. Это надо быть и предпринимателем, и лидером, и шоуменом, и ораторское искусство, и аналитиком, и весельчаком, и душой компании, и логистом, и охранником, и бухгалтером, и боссом, и шефом, и водителем, и перемещаться на всех видах транспорта, и на самолетах, и ориентироваться, и туристом, международником. Поэтому, друзья, представляете, кто-нибудь приходит, ну там, со средним образованием человек, да, и хочет за собой увлечь людей, да. Ну и человек, как бы, как у меня знакомый говорит, наполненный человек или пустой, да. Вот, и если человек неинтересный, не личность, да, ну какой сетевой маркетинг, а? Ну, как бы вот так, да? А если человек, конечно, со здоровыми амбициями, лидер, работает над собой, повышает свое образование, мечта у него, долбит тему, ну, может быть, к нему и придут серьезные партнеры, а они уже как ротный, как сказали, вот нужны ротные в армию, 600 ротных, чтобы вроде было 100 человек талантливых тоже воинов. Ну вот как бы вот так. Еще Чингисхан говорил, есть десятники, сотники, тысячники, да. И они разграбленные, вот, трофеи делили между собой, там десятнику столько-то, потому что он научил коллективному бою, да, 10 человек. Кто 100 человек научил, тому доля побольше. Кто тысячник, тому побольше. Тот же самый маркетинг-план компенсационный. Ну, как бы вот так, друзья. Поэтому это, отдохнем, нормально все. Вот. Главное, чтобы эту траву собрали, просушили. Ну, просушили, собрали. Чтобы она потом не проросла. И будет все хорошо. Все, помогай Бог. Вот. Буду работать по максимуму. Ну, а там как получится. Уеду. Останусь ночевать. Ну, все, как бы, кто что будет смотреть видео до конца, в принципе, 14 минут тоже надо заморочиться, посмотреть. Ну, что, назову, что? Важно найти во всем позитив. Как бы вот так, да? Ну все, помогай Бог. +7 924 123 24 44 с WhatsApp, с Telegram. +7 914 974 45 45. YouTube канал Стороженко Владимир. Там каждое видео 1800 подписано. +7 924 123 24 44 с WhatsApp, с Telegram. Там мы и шишкуем, и березовый сок собираем, и креветку с моря ловим. И я везде выпячиваю свои нагрузки, и березовый сок собираем, там и покосы, и машинист котла, и долблю уголь, и долблю лед, там, и снег микрогрузовичками гружу, и шлак там 100-килограммовыми баками. И я показываю, что воля и самомотивация, находить самомотивацию во всех сферах жизни человека, проясните в интернете,
6, там, 9, 12 сфер жизни человека. Не обязательно деньги. Есть сферы жизни человека. Находите там мотивы. Вот. Хороший человек. Мотив. Бренд. Работаю хорошо на совести, по совести от души. Мотив. Значит, сделаю все как надо. Вот. Я сдаю экзамен Господу. Вот. Господь всегда со мной. Вот. И по-плохому я не могу. Я только на 5 баллов. Все, помогай Бог. Сетевой маркетинг я делаю лучше. Приглашаю к сотрудничеству. Друзья, и вот так я крайние 4 года пошел зарабатывать деньги, чтобы общаться с хозяевами коттеджей, кто продуман и смог оформить дальневосточный гектар, да, и занимается вот облагораживанием вот этих территорий, да, с активными людьми, чтобы общаться, да, у которых активная жизненная позиция. И вот чтобы иметь с ними контакт, я специально пошел работать физически, освоил, вот, купил оборудование немецкое профессиональное, и как наемник, вот, как предприниматель, как ремесленник, да, делом показываю, что я умею работать. А сетевой маркетинг 27 лет, представляете? И у меня прямые мои наставники, люди там в семерку на рынок Евразии входят, да, которые зарабатывают больше там 1 250 000 в месяц, да. Ну, понятно, там и расходы при таких доходах, да. Это надо перемещаться по стране, выезжать в регионы, помогать людям, партнерам. Точно так же вот у меня тоже есть, как мне люди комплимент сказали в Москве, дар наставничества, альтруизм, да. Мы зарабатываем деньги, помогая другим людям в системе сервиса. Ну, а в сетевом маркетинге компания-производитель нас за это вознаграждает 9 видами заработка. Поэтому это тоже мотив работать физически, а подтекст – это, конечно, искать партнеров вокруг 200 стран мира. 8 миллиардов населения, 300 миллионов русскоязычных людей, интернет нам в помощь. И вот благодаря YouTube-каналу меня увидела Татьяна Николаевна Булавина из Челябинской области. У ней вознаграждение уже за 2.5 года больше 10 миллионов рублей. Она помогает людям увеличить финансы в семье. Вот она грамотная в юриспруденции, она также и медик, рефлексотерапевт, и у нее много других талантов. И просто светлый человек, заметила мой трудоголик, что я, да, и пригласила меня в свое первое окружение и лично меня консультирует. Давайте с ней созвонимся, она покажет свои вознаграждения. Это не надо изучать ни парфюмерию, ни здоровье, а это просто вот пригласить 2 человека и занять место в коллективе, купить место вот в кассе взаимопомощи, да, и увеличивать свои финансы. Ну-ка, что тут сказать я хочу? Давайте послушаем. Хорошо, участок. Короче, поймал между пробел, между непогодой, между дождями. Вот, получается, вчера после обеда приехал, 2 июля, поработал. Ну, здесь участок вообще 20 соток, еще перед домом. Но минус огород 5 соток там. Да, друзья, вот о чем я и говорю, что важно планировать свой успех. Вот, смотрите, сегодня будет, ну, вроде как по интернету в 16 часов грозовой дождик, да? Ну, ладно, сегодня готовлю оборудование, готовлюсь к покосу. А вот завтра, 27 и послезавтра, 28 июля, будет вот солнце. А потом, начиная с 29
июля, субботы, получается, начиная с 13 часов и заканчивая 4 августа в пятницу, будут дождики и будут ливни. Ну, конечно, я могу работать в дождь, но вот было тут осложнение у меня. Под кондиционером уснул после дождика, приехал, косил в дождь. Ну, не в дождь, а в ливень, да. И пошло осложнение на уши. Я выпил трайфактора, 5 капсул, да, и все прекрасно, представляете. Просто 5 капсул молекул иммунной памяти из молозива коров, из лишних желтков, как сухое молоко, да. И бах, уши прошли, да. Вот прям голова была как не своя, прям чугунная, представляете, прям из ушей вот сера текла, да. Представляете, ну, если кто-то мучился когда-то ушами, тот меня поймет, да, болью ушной, да, в ушах. 5 капсулок, ну, волшебные таблетки. Но в чем волшебство? Панацеей является иммунитет компетентный. Он везде, и в голове, и там в спине, там, и в нижних конечностях, и в руках, там, везде. Просто принимаем БАДы для компетентного иммунитета, и иммунная система является панацеей, сама справляется со всеми отклонениями по нездоровью. Да? Вопрос только, дозировок больше или меньше, да? Продолжительность приема больше или меньше. Да? Вот о чем я и тоже здесь я говорю. Да? Друзья, все, покороче видео. Смотрите, я сейчас с большого экрана просматриваю свои 1900 видео, да, когда вот у меня есть между покосом, между общением с партнерами из сетевого маркетинга, да, компания lambre.ru, я занимаюсь 20 лет, компания Fulife Research, 4life.dv.ru, 4life.com, БАДы для компетентного иммунитета, компания BeFree, касса взаимопомощи, деньги на каждый день, деньги на мечту. И вот между этими делами, между домашними делами, я сейчас прорабатываю видео, где-то, может быть, освою как бы обрезание видео, да, хотя они по-своему тоже прекрасны, и физический труд, и консультации, да, но не у всех есть время долго смотреть, да, там 10 минут, там, допустим, или вот час, 7 минут я записал презентацию. Ценно, важно о здоровье, да, важно о здоровье, презентация продуктов и компании 4Life, да, Стороженко Владимир, плюс 7-924-123-24-44. Я там в оранжевой футболке Burn сижу, да, и рассказываю, показываю книг, 40 книг, там продукты показываю и описание каждого продукта, Full Life Research делаю. И такие видео есть. Но я вот сейчас подборочку сделаю видео с телевизора, да, вот освоив вот эту функцию, да, с большого экрана, с телевизора, вот смотрю свой видеоролики со своего YouTube-канала, да, ну, может быть, вам тоже какую-то идею преподнесу, да. Все, приглашаю к сотрудничеству, плюс 7-924-123-24-44 с WhatsApp, с Telegram, рад быть вам полезным. Или если я работаю на покосе, могу не услышать интернет, телефон, значит, плюс 7-914-974-45-45, кнопочный телефон, громкий звонок, я всегда его услышу. В любое время дня и ночи работаю с разными часовыми поясами нашей страны и сопредельных государств. Помогай Бог, рад быть вам полезным. Звоните.